Банили Атласа в прошлый раз, поэтому можете попробовать оставить Атласа, чтобы они его забанили, а самим забанить Терминуса. Ну, типа, Бомба сейчас такой себе персонаж, поэтому, типа, я не особо буду его банить. Хоруса забанили, мы забаним, наверное, Атласа или Инару, наверное. Нинару мы можем взять. Я думаю, Дженнеса забрать ФПшным. Давай лучше Атласа забаним. Окей. Хочу еще Вивиан забрать. Если мы заберем Минара, Вивиан, Дженнес, это будет кринги. Игрок. 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 Грок, ура, грок. Вот этот сетап. Сетап, бегите, мы дауны. Ну ладно. Так, мужики, что мы будем делать сейчас? Смотри, давайте команду в бегите, мы дауны переименуем. И он в бане оставляет, остается Инара, остается Дженнес. А что еще остается? Они думают, что я консольщик или что? Забрать Инару опять на фрика пути. А чё бы нет? Может, Дженнеса вот забрал? А ты хочешь побегать? Я бы постоял. Можно и с Фернандо постоять. Справедливо. Надо постоять. Очень даже справедливо звучит. Это как я. Против Харта просто встал на полный щит, открыл, стою, там чаечек пью. Ура, Андро. Ну, смотри, под двумя покетами сегодня я тирелю на Андро ебал на бомбе, поэтому могу на бомбе поиграть. Против Андрокса. Ну, я же говорю, херет на Андро был, я его херачил на изи. Но его не надо. Эшка. Ну, это опять нужно раум брать. Подожди, да, раум, они еще... Ну, не сейчас, да, не сейчас. Эшка, надо что-то мобильное брать сразу. Зин норм, я думаю, будет. Можно взять, например, Зина, да? И деда поехали, фулл покет Зин. И вот этого вот... Может, Трикса? Чела. Трикс Зин? А, Чела с Трикса будет очень сильно пушать Эшка с Андроксу. Да-да-да. Только с Трикса можно говорить. Ну, я думаю, надо брать Зина бомбу какого-нибудь сейчас. Хотя нет, Зин и что еще можно взять? Так, можно Виктора... Андрокса карликов не будет. Кэсси можно взять. Зин Кэсси можно взять. Давайте, да, Зин Кэсси нормально уже. Да, давай. А, или Лян. Зин, Кэсси, Лян. Зин, Кэсси, дробь Лян. Лян против Эшки не брать. Давай Кэсси, да. Да, локоть. 3D писы идем, получается. Ну, я планирую, да, 3D писы, да, по итогу. Тогда Архангел на Кэсси. Так, что можно еще будет сейчас взять? Архангел, может, на Зине я могу на Кэсси, как Архангелу удобно. Тамба, Фернандо и чё ещё было там? Звучит справедливо. Справедбыдло. Как справедбыдло. А, не, надо... Ну, мы возьмём Фернандо и надо ещё что-то взять сейчас. Сейчас, думаю. Ну, типа, по идее, Стриксу должно хватать спейса, плюс Стриксан бегает. Ну, или... Может, все-таки Роум возьмем, потому что ему особо хил не нужен. Не, я думаю взять все-таки этого Фернандо и какого-нибудь. Можно даже, наверное, Шалине взять. А Шалин зачем? А ёпка, я кто на нем играть буду? А какой ДПС есть вообще? Виктор. Не, против этого Виктора такой серый. Ну, на Стриксе, в принципе, не вейпа бегает. Можно второго фланга взять, Бака там. Ну, Лока еще. А, бей. Окей. У нас, тем более, мы сейчас решили сразу шансы взять инвизника, потому что у нас есть Трикс с ревилом. А, по идее, мы забираем хайграунд, если они сейчас не берут какого-нибудь бомбы. А как мы хайграй забираем? Моджи, бомбуш, дрогоза... С Фернандо хайграй забираешь? Ну да, я думаю, на Фернандо можем будет забрать хайграунд с Фернандо.
Типа я не особо думаю, что нам нужно ставить покаться с мужиками. Точнее, надо особо лететь мужиков. Предлагаю просто попокаться. И первым итомом предлагаю забрать катарайз и этот. Ну вы понимаете, цепь. Дамба Эши Нара. Супервалую цепь будет. Иви, супервалую цепь. Просто цепь, это must have. Я хочу пить. Сейчас я, если катка начнется, поставьте паузу, я попью. Да, в 10 секундах. Гагнила, если думаешь по драфту. Киберспортивный драфт. Вам больно будет, ребят. Нам всем будет больно. Лучше бы и Нару взяли. ФК стояли. Ну и Нару с Дженсом. Она долго не стояла. А Фернандо постоит. Так отдали бы им Дженсу. Я ни гений драфтов оценивать их не умею. Ну просто на вид. Ура, булин карбуза. Ну, мужики, не спамьте. Арбуз ходил за водой? Ну да. А услышал, булить арбуза, что-то они умеют оценивать драфта только так со стороны? Мужики, честно, не знаю, но я вас верю. Спасибо, если бы я мог, я бы отправил. Типа ей. А, нет, я могу. Кьют кейси. Ну ладно. О, спасибо за метку. 1, 2, 3 хайграунда тут. Как же сюрприз. Ой, больно. Ничего-то заметил. Поднял эшку, по эшке фокус. Надо шизнул. Иви сзади. Маша, бризу надо. Я на поинт. Я пойду в чёрч. Ребята, меня убили. Иви, отдохни, Иви, отдохни. Я умру, походу. Покатилка фокус, Андра. Он на ХГ. Добить Андра, ребят. Тач нужен, тач нужен. Архангел. Я без мет. Поднимись, пожалуйста. Арбуз. Справа, в чёрче два. Ивис. Иви без крика справа. Слева эшка, арбуз у тебя. Не, она в пойте. Я умру сейчас! Я щит зачем-то. Можно Андро, ребят, можно Андро запушить. Да можно эшку добить. Андро. Давай, пен. Пойду на ХГ. На кто-то слева, кто-то слева. На ХГ Динара. Динара ХГ. Я здесь замаунтил ее. Андро на девятке, Андро на девятке. Инара идет. Инара идет в поинт, половина. Она с МГ. Иви в пойнте, Иви в пойнте. Я ухожу. Эшка на ХГ. Ребята. Поднял Эшку. Вот это ты зря. А? Убить надо Эшку. Понял. Эшку убить надо, развернись с Сергеем. А, убили. И да, Эстер надо. Нету. Ты сейчас будет... А? От лука. Одна секунда. Секунда. Добавлюсь. Ну, нам слушай. Как мне кажется. Да, нормально. Там Иви. Ты гильотину взял? Нет, мало. Иви на лоу раунде. Иви в говне стоит. Девятки. Найс. У меня Эшка. Надо убивать ее? Да, можно убить Эш. Андро в коннекторе. Я попробую его убить. Задевай Андро. Нару можно убить. Дамба здесь позиция. Дамба без дэша. Одна хп. Ну дай по нему тычку, а бриз, ёбба. Не попадает. Я подниму эшку. Можно хилку, спасибо. Эш, одно хп до сих пор, ребят, можно убить? Андро один. Давайте немного назад, у нас
Отходите, у нас нет. Да, у нас отхил такой себе, что покаться. Предлагаю купить ветерана. Эшка, нет. Ветераны не купили. А, бля, арбуз ты что-то. Да, с правой нара. На зелени, дамбы и иви. Андра половина по мейну. Эшка в церковь? Далеко в церковь? Иви через черч летит. Андра по мейну. Иви на хг лох п. Андра по мейну все еще стоит. Да. Не, покинул, да? Не, я умер, я умер. Да. Андра, да. Я просто на Андра. Да. Иви лоу. Эшка в поинте сейчас. Нара в поинте. А, у нас 3 в 3 получается. Можно что-то сделать. Эшка. Да, да, да. Давай! Убу Эшку. Можешь убить? Брис. Рикс живи. Понял. А ну-ка. Не-не-не. Я на хг, пожалуй. И да. Нара лоу. Нара лоу. Но не. Иви кто вы? Пошел нахуй. Дамба в чёрче. Эшка половина на хг. Можно и нару, можно и нару. А у меня... И везде. И её захилили. Так. Можно эшку забрать? Можно убивать эшку, поднял эш. Найс. Эй, похилил пока эш. Нормально. Туда его. Общаемся, мужики, общаемся. Но это общение. Короче, ребята, мы покупаем цепи, мы это выиграли. Да, мы это и так выиграли. Я тоже куплю цепи. Для морального духа команды. А, это знаешь, берешь Кинесу первым айтемом Moral Boost, а вторым айтемом Бульдозер, потому что ты машина и тебе нужна мораль. И ты победил. Не, как этот Арсен сначала брал этот вампирик на Кинесе, потом Moral Boost. И потом уже докупал там калок, если что. На платине. Но делал уже. В казуале. Да, на платине в казуале, но ведь делал. Давайте, мужики. Погнали. Может, кстати, не стоит хг игра, может церковь, может церковь сыграть. Давайте стою в чёрче, ребят. В чёрче поиграем. За дизмаутил хг. Они на хг все почти, кроме Иви. Иви нет. Эшка будет тусовать, скорее всего. Эшка идёт к нам сюда, по моей пицце, я не покину крт. Эшка, где хп? Не сильно. Эшка сейчас выйдет сюда. Нет, она у нее еще. Я разменялся, ребята. Вы 3 в 3. У них нету деписов, у них только 2 танка. Давай на руби, бьем. Борис, одну хп дам, ребята, в бэклайне у них. А, нет, в церкви. Половина. Я уже бегу в церковь. Там половина. Нормально. Андроу нет, не я. Ребята, он фир на меня потратил, мне хил нужен будет. Да, да. Понял, анлука. Я нафидел, я нафидел. Я по тебе не понял. Найс. Можно эшку, ребята, можно эшку бить? Давай, я с тобой. Она будет. Арбуз. Я одно хп. Хорошо. Туда его. Эшку можешь забрать. Не похилю кость. Инара половина. Я по Инаре просто стреляю. У него сейчас МГ спадет, ее типа зафокусим. Арбриз к тебе идут. Где? Наверху. Стоишь на поинте, да? Да. Я карта... банан пойду. Я хорошо. Банан, да. Просто, блядь, Хелла решил закосплеить Абриза. Закосплеил Абриза против клон Фиеста. Извини, я Абриз. По факту. Или может не идти в дамбу. Иди на хг, иди на хг. Там кого-то задизмаунтил. Справа Иви. И Нара в коннекторе, Андро. Уже Андро, пол хп. Андро тоже коннектор. Пойдем, ребята, на. Да на МГ поставил. Андро сверху прилетает. Андро фан... Убил. Да. Ой, я сейчас сдох. Арбуз поднимешь? Погнали, кейси, погнали. Хорошо. Я одно хп тоже. И Нара фидит. Можно Эш, давай Эш убьем. Я скинул. Хорошо. Да, спилил, да. Это был мисклик? Да. Давай же, мужики. Я думал, что Инара МГ не прожмет, она прожала, я хотел забрать. Я, ребята, отойду. Они слева стакаются. Сергеон. Иви надо убить, Иви надо убить. Я опять скинул Эшку. А нет, отмена. Убил Иви. Как Иви?
Как карты сдох? Так ты, да, так я далеко был, алло, я слева, а ты на ХГ. Я прям литерали очень далеко. Кнара пушит абриз? Дамба половина. О, абризу, абризу кристально. Абриз просто на яйцах всех убивает. Я уже здесь. Дайте пофармить ульту. Найс. Я по нему кого-то будет тащить. Эшку. Андроп за ящик. Андроп. Эшку, ребята. Убиваем ее, найс. И мы должны... Ай, Нара пришла. Подними щит, пожалуйста, Лёша. Там там крипл и Нара. Как это называется? Warder's Gate. Это стонки. Она играет через Mother Grace. Сейчас понял, короче. Иви такая. Арбуз ни разу не сдох, походу, да? Не, один раз. Ну мне сейчас нельзя было умирать, я бы умер. Ну типа у меня нету киллстрика, поэтому у меня просто монетки дадут. Выдай. Можешь процентов 20 ультимейтов. О, не 20, 10, 5. Что-то такое, там слабенько будет. Забей. Видели бы вы. Видели бы вы, как красиво убил красиво. Когда мы хватили за поинт еще? Нет, когда мы вот сейчас вот везли. Она такая тэпается, я беру и клик топом прям после телепорта. Краса. Ну мне понравилось, как ты ее ваншотнул, когда она была в церкви, там, в доме. Погнали в церковь, все, даже Фернандо. Мне еще просто в поинт идешь, потому что нам нужна помощь будет от Фернандо в церкви. Окей. Okay. У нас только нет ульта и Фернандо, вот. Ну, они просто... слева. Всех ХГ, все забей. Справа Иви. Летит на наш ХГ. А, нет. Уходи, арбуз. Я умру тут. Меня тоже зафирило как. Я разменялся. Я пытаюсь. Нет. Можно лишку убивать? Ой, я идиот, блядь. Ой, я идиот, а. Хорошо. Андро, хорошо. Ааа, добей его. Тебе и на, и по Инаре просто сфокусируй вчетвером и ёбнись её. Архангел! Ну, блядь. Ну-ка. Я столько как... Она просто мансит, я не знаю. Иви в банане. Её поднял ещё в конце. Ребята, а тут церковь бы тоже... Я, короче, да, в церковь вот. Пойду, в зоне церковь. Я справа, да, я тоже в церковь пойду. Справа Андро. Я к Абризу. Скорее всего, без трёх будет. Слева Инара еще. Я уйду сейчас в поинт, скорее всего. Да, я уйду. Понял. Я приехал, получил по лицу. Сзади Эшка. У нас Эш сзади. Эш сзади на танцполе. Она в банан будет заходить. Я думаю, не заходит в банан. Поднял Эшку. Ребята, я умер. Ну типа, я просто без хила. Абриза в ПТВМ просто влетел. Тупо буллинг. Ну бля, Андро просто засолил. Давай отойдем. Не, там это, там бакиханика. Я очень сильно по лицу получил за Бриза. Не буду даже ультовать. Я ультимейт убью. Ну ладно, я умер. Андро на ХГ. Эшка тоже тут. Да, Эшка уже 600. Поднял Эшку. Она ультанула в нас. Ну, ладно. Да, вот хрен-то. Абриз, выходи. Она упала. Сергей, он ты один. Ребята, это похилил? Короче, нам нужно ульты начаржить, а их разбайтить. Там не видно право. Бля, Сергион. Слева Эш. Я не буду, Эш может запушить, Я разменялся, типа, на Эльфу. А, Андро с Иви, типа, просто на ХГ стоят. Просто под тобой. Был. Андро в голове стоит все еще. Кому-то тащить нужно будет. Да. ХГ стоять. Я на поинте, уходите, ребят, уходите. Не, походу мы все. Тут Ашка на ХГ, если что. Ну да. Попробуй ульту нафармить, Сергей. Окей. Нормально. Ну у нас 4 ультимейта есть из 5, моя типа такая вся ульта. Короче, они вчетвером идут на ХГ, а Иви остается типа ждать меня на ХГ. На, ну типа на девятке. При входе в церковь, вот она там стоит, ждет. Ага. Тогда, кстати, я гнила, я ее унизил, да, а у нее еще это роуминг эмоция. Давай сам в церковь зайдешь, за первого убили, когда мы в церковь зашли. Чё,
Я говорю, давай ты с нами в церковь зайдешь, потому что я первый. Я не успел в церковь зайти. Меня просто запушили, там на Эшка на лошади своей заехала, и я такой, ладно, извини. И дэшнулась мне в лицо. С фером дамба. Я хотел в церковь зайти, так что давайте. Я подизмаунчу опять и пойду это. Ладно. Они там нет никого. Все... Ульта, найс. Андрона должен убивать. Андрю справа. Вилли справа, да, Вилли. Я мёртвый. Блять. Умирайте фаста. Умирать. Ну он сейчас будет какой-то пик найти. Они не капали. Они не капали, мужики. Не клоуны. Плюс у меня сейчас. Да, они пошли с Инары, с тиммейтом Инары. Так, давайте. Попробуем найти пик. На Иви можно найти пик. Попробуем. Можно бить Инары, Инары без МКР, Инары без МКР будет. Тебя закрыли стенкой. Серьёзно, ты один. Нормально все. У нас Иви сзади, если что, ребята. Поднял её. А то тач будет? Да, ребята. Да, давай. А, окей. Давай. У нас сзади Иви, если что. Андрона стоит. Андрона. Купаните Нар, мне хил нужен. У нас Иви сзади. Я умру сейчас. Я не должен. Помогите с Нарой, помогите всё. Найс. У нас сзади двое. Кто? Эшка и дамба на зелени. Костя, там Эшка, Костя, там Эшка, уходи. Там у нас Иви где-то сзади еще. Она улетела уже в сторону. Нет, она на нашем ходу. Инара идет через этот, через коннектор, Инара сверху будет падать. Все стрикс идет, Инара! Я лоу. Я ухожу. Я умру. Лоу. Я дал стрикс. Не-не-не. 3-4. Ну типа. Тан лука. Подождите, а кто был сзади-то? Одна Иви, что ли? Иви. Ну, она роумен эмоции юзает, типа. Чё за херня? А почему мы все на нее развернулись почти? Никто на нее не разворачивался. Я один ее фокусил. Ради. Пошел, типа. Я по этому не понял. Ну ладно, нормально. GG.